Привет, на связи топ-репетитор. Сегодня разберем одну интересную тему формата ЕГЭ, которая спрашивается во многих заданиях. Это казачество в истории России. Казачество появилось в конце 16 века. Это были беглые крестьяне, которые бежали на Днепр, запорожское казачество, зафиксируй, или на Дон, донское казачество. И если крестьяне оттуда доходили, то они уже становились как бы не крестьянами, а свободными жителями. Есть такая цитата: «С Дона выходу нет». У государства и казачества были очень сложные отношения. Государство как бы признавало казаков, но в то же время не хотело им помогать. Обязательно, чтобы это понять более подробно, загугли тему «Азовское сидение», которая очень важна для понимания и спрашивается в формате ЕГЭ. Более того, самыми видными казаками, которые шли против государства, были Степан Разин и Емельян Пугачев, которых тоже нужно разбирать и по которым есть отдельная карта формата ЕГЭ. Пиши, было ли тебе полезно, пиши в комментариях, какой темы еще добавить, ставь лайк и подписывайся.